Здравствуйте, уважаемые любители и ценители хорошего чтения. Сегодня мы будем говорить с вами о Викторе Платоновиче Некрасове. 110 лет в этом году исполнилось со дня рождения этого писателя. Фамилия Некрасов в России очень популярна, и даже писателей у нас Некрасовых несколько. Вот 200 лет скоро одному из лучших, самых, может быть, ярких демократических писателей, поэтов Николаю Некрасову 200 лет. А Виктор Платонович 110 отмечает со дня его рождения в этом году. Виктор Некрасов – человек, прошедший войну, написавший о войне одну из самых ярких, самых интересных книг «В окопах Сталинграда». И жизнь его была яркой и интересной. Детство Некрасова прошло в Европе. Мать его училась в Швейцарии, в Лозанне, в медицинском университете. Потом работала врачом там же, в Швейцарии, во Франции, в Париже. Но родился Виктор Некрасов в Киеве в 1911 году. Потом снова попал в другие города. И вот несколько городов в его жизни было главных. Ну, первый – это Киев, Париж, где он проведет последние годы своей жизни, где он умрет и где будет похоронен. Но главным городом в его судьбе станет Сталинград. Вот именно там, в окопах Сталинграда, его мужество закалялось, формировался его характер, и книга его тоже получит это название «В окопах Сталинграда». Но о книге чуть позже. Сначала о формировании его личности, его характера. Ведь Экзюпери говорил нам, что все мы родом из детства. А детство Некрасова – это детство в киевской квартире с бабушкой, мамой и тетей Соней. Вот эти три женщины воспитывали, лелеяли. В детстве его звали Викой. Он был очень красив, с длинными локонами, рассыпанными по плечам. И не поймешь, в общем, девочка или мальчик, так красив и ярок был в ранние детские годы его образ. Но потом учеба в архитектурном институте, а параллельно он еще ходил на курсы в театральный институт. И так долго не мог выбрать, вот кто же он, архитектор или актер. И действительно, актером ему пришлось поработать и в Ростове-на-Дону, и во Владивостоке. И как архитектор он проекты готовил. В общем, склонялся все-таки больше к архитектуре. Но пришлось ему не строить дома, а их взрывать. Потому что в 41-м начнется война. И молодой архитектор Виктор Некрасов окажется на фронте и пройдет войну до Польши. Шел бы и дальше, но ранение не позволит воевать. Сам он скажет: три дырки оставила во мне война. Но в войне будет и благодарен за то, что встретил там на фронте замечательных людей, о которых он напишет. Именно там, на фронте, считает Некрасов, выковался его характер. И если посмотреть на главную книгу его жизни «В окопах Сталинграда», то вот это становление молодого лейтенанта Юрия Керженцева – это во многом становление самого писателя Виктора Платоновича Некрасова. Вообще «Окопы» – это очень автобиографическая книга, потому что Юрий Керженцев, вот этот молодой участник войны, он, как и Некрасов, из Киева. И там в романе есть очень нежные, очень проникновенные строки о Киеве. «Милый, милый Киев, как соскучился я по твоим широким улицам, по твоим каштанам, по желтому кирпичу твоих домов, по колоннам университета, как я люблю твои откосы днепровские. Зимой мы катались там на лыжах, летом лежали на траве и слушали гудки ночных пароходов, а потом возвращались по затихшему, с погасшими уже витринами, Крещатику». Вот этот гимн Киеву очень похож на строки другого киевлянина Михаила Булгакова,
строки, посвященные городу, Киеву, в Белой гвардии вы их найдете. Не случайно, кстати, я упомянула о Михаиле Булгакове, потому что Некрасов потом, уже после войны, будет добиваться того, чтобы дом на спуске, где жил Булгаков, вот этот дом стал музеем и будет способствовать тому, чтобы имя Булгакова вернулось к читателям и чтобы все произведения Михаила Афанасьевича были опубликованы. Война – это трудная работа, как скажет один из молодых поэтов-фронтовиков. А у сапера работа особенно сложная, ведь саперу ошибиться нельзя. И Некрасов в своем произведении пишет не столько, может быть, о боях, хотя и войны в романе «В окопах Сталинграда» много, но больше всего он пишет о людях. И вот там, в окопах, появится один из бойцов по фамилии Фарбер, такой ранимый, какой-то очень нежный, что для войны не подходящий совсем, не те качества нужны, но какая нежность на войне. И вот есть одна из самых пронзительных, на мой взгляд, сцен в романе «В окопах Сталинграда». Это сцена, когда в короткую совершенно минутку затишья между боями, когда немцы не бомбят и не стреляют, Фарбер и Керженцев оказываются рядом в одном окопе, и вдруг они слышат музыку. Узнаете? Что-то знакомое, страшно знакомое. Не Чайковский? Чайковский. Анданте из Пятой симфонии. Вторая часть. Мы молча сидим и слушаем. За спиной начинает стучать пулемет, потом перестает. Вот это место, говорит Фарбер. Точно вскрик, правда? В финале не так. Та же мелодия, но не так. Вы любите пятую? Люблю. Даже больше, чем шестую. Хотя шестая считается самой, так сказать... Давайте помолчим. И мы молчим, до конца уже молчим. Я опять вспоминаю Киев, каштаны, липы. Потом прилетает бомбардировщик. Странно, правда? Говорит Фарбер. Что странно? Все это Чайковский, шинель это, бомбардировщик. Поразительно, что и на войне эти двое русских интеллигентов остаются верны сами себе. И вот этот аккомпанемент войны Чайковский. Вот казалось бы, как это соединить? Война – это то, что разрушает и уничтожает. А Чайковский – это то, что в их людях воскрешает все самое лучшее. Не случайно Керженцев вспоминает свою малую родину, Киев, каштаны. Он вспоминает то, что было дорого с детства. И вот этот совершенно тонкий анализ, какая симфония лучше, шестая или пятая, уместны ли такие разговоры в окопе, в грязных шинелях под бомбардировщиком, уместны, потому что именно благодаря этому можно выжить, можно сохраниться. Если ты сохранил в себе Чайковского, значит, ты непобедим. Вот для этого бомбардировщика и для этих немцев. «Окопы Сталинграда» написаны с нежностью, вот ровно с такой же, с какой слушают Фарбер и Керженцев пятую симфонию Чайковского. И Некрасов пытается своим романом не только воскресить те жуткие минуты войны, но и словно бы поставить памятник вот этим Фарберам, вот этому Валеге и тысячам других, которые из этих окопов уходили в бессмертие, потому что выжило-то очень мало, а погибло очень много. И там, на Мамаевом кургане, где сегодня стоит памятник матери родине, вот как раз и были окопы, в которых и Керженцев, как герой романа, и Виктор Некрасов, как патриот и солдат, и встречали натиск врага. И Некрасов потом, после войны, поедет на это место, чтобы вспомнить все, что с ним было, и пройдет возле памятника, как пройдет по окопам Сталинграда, как пройдет по тропам своей памяти. И роман был награжден
Роман был удостоен высшей в то время премии, это сталинская премия. Некрасову стало известно, что он был вычеркнут из списка претендентов на сталинскую премию, но главный читатель всех книг и смотритель всех фильмов внес своей рукой его фамилию в списки на награждение. И Некрасов получает самую значительную премию в то время, в послевоенное, премию, которая носит имя Сталина. А сталинская премия – это билет в рай в том 46-м, 47-м, 48-м, потому что сразу начинают сыпаться все привилегии. Квартира в центре Крещатика, машина, огромные гонорары, огромные тиражи. И, как пишет сам Некрасов, не было ни одного издательства в Советском Союзе, которое не опубликовало бы роман «В окопах Сталинграда». Ну, чего еще желать писателю, фронтовику? Кстати, писателем он стал совершенно случайно, как он сам пишет. Когда вернулся с фронта, правая рука не работала, потому что ранен он был в эту правую руку. И врач сказал: хотите, чтобы рука осталась целая и невредима? Ее надо каждый день разрабатывать. Как, спросил Некрасов, ее разрабатывать? Ну, пишите что-нибудь, рисуйте. Он был архитектор, он прекрасно рисовал и чертил, но захотелось ему не чертить, а писать. И вот так с легкой руки вот этой докторши Некрасов целыми днями, разрабатывая руку, пишет и пишет свои окопы. И вот так не было бы счастья, да несчастье помогло, раненая рука, три дырки в теле, из-за которых он был обозначен по всем документам как инвалид, а это значило, что не везде еще и на работу примут. И вот тогда его работой становится не архитектура и не театр, как он думал до войны, а его работа – это вспомнить войну и рассказать о ней. Но не похоже на Некрасова вот это благополучие, удовольствие, еда из спецраспределителей, а полагалось всем лауреатам сталинской премии, ежегодные санатории, льготы во всяческих поездках, но никак не складывается с образом Некрасова. И правильно не складывается, потому что это благополучие кончилось. А кончилось потому, что Некрасов не умел молчать. Он был человеком обостренной совести. И когда нужно было подписать какую-нибудь бумажку с осуждением очередного поэта или писателя, Некрасов не подписывал. А точкой вот такого, что ли, взрыва, вот такого, точкой начала-конца станет история с Бабьим Яром. Бабий Яр – это страшное место, где немцы расстреляли более 100 тысяч евреев, а расстреляли за 3 дня. Но когда отступали, лишь присыпали чуть-чуть землей этот страшный... Яр – это ров, вот этот страшный ров. Ров этот недалеко от Киева. И так и никто не знал, что это там такое присыпано землей, что это какие-то странные запахи оттуда исходят. А время шло. Но в 1961 году прорвало дамбу на Днепре. Вода хлынула и размыла весь этот ров. И начало всплывать все то, что осталось от 100 тысяч расстрелянных евреев. Хотя там были не только евреи. Немцы загребали всех подряд. Если рядом с евреем шел русский провожать его к этому страшному рву, ну, этот русский там же находил, или украинец там же находил свою смерть. Некрасов выступил на митинге. Он был единственный коммунист на этом митинге. А вступил он в партию прямо там, в окопах Сталинграда. И как коммунист, и как писатель, и как честный человек, он сказал, что нельзя так обращаться с памятью. Именно благодаря Некрасову сегодня там мемориал. И благодаря Некрасову мы знаем вот это словосочетание страшное «Бабий Яр». Но Некрасову не простили. Что за самодеятельность? Выступаешь за каких-то тут евреев, сам не еврей, зачем тебе все это нужно? И вообще, к лицу ли коммунисту поднимать вопросы, которые партия не поднимала еще и, в общем, поднимать не собирается? И на Некрасова было написано доносов несметное количество. Его приглашали в различные партийные комиссии. Обыск шел
48 часов в его квартире. И после этого обыска славные ребята вынесли 7 мешков его рукописей, его книг, его журналов, все то, что было ему нужно для работы, какие-то фотографии, в общем, все то, что ему было дорого. А женщин, как пишет Некрасов, обыскивали, предлагая раздеться догола и признаться, где же они хранят эту антисоветскую литературу. После обыска было 6 часов допроса, и немолодой уже Некрасов понял, что жизни дальше нет, что нужно принять какое-то решение. Ему прозрачно намекнули, что здесь никогда ни в Украине, ни в других республиках его больше не напечатают, что работы ни в одном издательстве ему не предложат. И выход один – нужно уезжать. Судьба Некрасова похожа на судьбы многих наших эмигрантов, писателей, артистов, композиторов. Ни один из них не хотел ехать с любимого, насиженного, ухоженного дома, от близких друзей. Всем хотелось надеяться, что еще можно что-то исправить. Но Никита Хрущев был страшно возмущен тем, что Некрасов, побывав в Америке, написал цикл очерков, где Америка не выглядит страной, где негров бичуют, и где на каждом углу в Нью-Йорке нищие просят подаяния. Некрасов написал свои путевые заметки очень честно, рассказав, да, и про негров, но и про то хорошее, про то доброе, что есть в Америке, так же, как он рассказывал после своих поездок по Европе и о других странах. И вот его личным врагом становится Никита Хрущев, который, как известно, очень хорошо и глубоко разбирался в искусстве. И Некрасов уезжает вместе с женой, уезжает официально якобы на встречу с родным дядей, который живет в Лозанне еще с тех времен, когда и мать Некрасова жила в Швейцарии. А из Лозанны, из Швейцарии, по приглашению Франции, он вместе с Галиной, своей женой, и ее сыном, пасынком Некрасова, перебирается в Париж, где и проживет последние годы своей жизни, и где будет похоронен на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Некрасов ни слова не писал по-французски, хотя блестяще и свободно владел и французским, и очень хорошо знал немецкий. И если бы захотел именно в этом направлении развивать свое творчество, то, я думаю, французы бы не возражали. Но во Франции он публикует все на русском языке, все, что им было написано, и сотрудничает с теми писателями, которые, как и он, оказались в эмиграции. Владимир Максимов, Александр Солженицын. Туда, в Париж, к нему приезжает Булат Акуджава. И эти два фронтовика, конечно, знают, о чем поговорить, и знают, что вспомнить. Так закончилась жизнь одного из самых интересных, ярких, не просто писателей, но людей. Вот недаром Некрасов с детства самой своей любимой книгой называл «Три мушкетера» Дюма. Вот он и был таким мушкетером, д'Артаньяном, носил такие тонкие усики, всегда был строен, легок, изящен. Вот такой рыцарь, такой дамский угодник, душа компании, тамада, весельчак. Весельчак с тремя дырками в теле после войны. Ну, про ранения он никогда не говорил, орденов не надевал, не любил. Не любил, чтобы об этом говорили, думали, сам думал. Но никогда этим не хвастался и не кичился. Интересно, что на его памятник прикрепили осколок снаряда, который нашли на сталинградской земле. Его имя написано на могиле дважды. Один раз латиницей, потому что земля французская, а второй раз кириллицей. Виктор Некрасов. Виктор Некрасов, из чьих окопов вышла, в общем, вся молодая советская проза о войне. И как из гоголевской шинели, из окопов Сталинграда появились у нас и Виктор Курочкин, и Константин Воробьев, и Владимир Богомолов. Это направление в литературе назовут прозой лейтенантов, потому что они молодыми мальчишками, лейтенантами, шагнули в эти окопы, а вышли из них писателями. Спасибо. До встречи.